Всем большой привет, с вами Татьяна Сидоренко, вы на моем канале, и сегодня мы посмотрим, как же сделать вот такие интересные дизайны. Самое интересное, что каждый дизайн не займет у вас больше 5 минут. Итак, давайте начнем. Первое, что хотелось бы сказать про эти дизайны, это то, что они выполняются очень-очень быстро. Сделать их сможет совершенно любой мастер, и разнообразить ими можно любой маникюр. Нужно всего лишь подобрать блестки тон к вашему маникюру. Здесь у меня вот такая вот большая посылочка от Charm Proline. Покажу немножко вам по консистенции и покажу несколько цветов. Обычные пузыречки по 10 мл. Здесь у меня база, топ, камуфлирующая база, праймер и несколько цветов. Гель-паутинка и белая гель-краска. Рассмотрим несколько цветов, базу и топ. Вот смотрите, база вот такой вот консистенции, она тягучая, ближе, наверное, к густой, я бы и сказала. Есть некоторый запах, но он не сильный. Это у нас камуфлирующая база, очень красивого, кстати, цвета, достаточно густая. Первый цвет, который меня поразил, это вот такой вот белый, точнее он называется Extra White. Он прекрасно ложится в один слой, идеален для френча. В общем, девчонки, кто искал бюджетный, отличный белый гель-лак, вот он. Следующий цвет, который очень хочется вам показать, это кошачий глаз красного оттенка номер 13. Все цвета указаны на крышечке. Магнитить его можно разными магнитами, в принципе он хорошо реагирует, и кстати, как самостоятельное покрытие он тоже прекрасно смотрится. Наносила я его на черную подложку для того, чтобы блик был более глубокий. Можно нанести на красную подложку, и тогда он будет смотреться не так ярко. Еще один цвет, который мне понравился, это вот такой вот розовый лазер пинг с множеством голографических блесток. Он достаточно плотный, прекрасно ложится в 2 тонких слоя. Вот такой цвет спелой вишни, уже более жидкий, но такой же плотный. В 2 слоя прекрасно ляжет даже на длинные ноготки. Цвет 05 из коллекции Unicorn. Unicorn — это у нас единорог. Очень красивый нежный цвет, попробую вставить фотоработы где-нибудь в уголке с этим цветом. Мне он очень понравился, ложится он тоже прекрасно, но... На коротких ноготках надо будет 1 слой, а на длинных 2 слоя. Ну и со 2-го слоя он, конечно же, становится более яркий. Цвет 05 просто огонь огненный. Посмотрите, какое количество блесток, какой он яркий. И этот цвет я приберегу для своих клиенток на Новый год. Вообще, каждый Новый год я покупаю какой-то новый красный оттенок с большим количеством блесток. В том году это был... от Fiora, и в этом году, видимо, это будет Charm. Вот такие цвета я вам не показала выкраску, но они тоже очень хорошо легли. Все обязательно цвета я вам подпишу. Если какие-то интересные, спрашивайте в комментариях, обязательно назову номер цвета. И ссылочку на данный интернет-магазин оставлю в описании под видео. Ну а мы давайте приступим к нашим дизайнам. Для первого дизайна белым гель-лаком, чтобы показать вам его плотность, мы нарисуем френч. Обратите внимание на консистенцию. Консистенцию этого белого гель-лака что-то между гель-лаком и гель-краской. Он очень плотный, отлично держит линию, и им даже отлично получится рисовать вензеля. Смотрите, какой универсальный продукт. Он и густой, и в то же время не скалывается. Я его уже опробовала, делала в отпуск себе один ноготочек белым специально, чтобы протестировать этот лак. Так как он мне показался сначала густоватым, я побоялась, что он будет скалываться, но нет, он очень-очень плотный и в то же время достаточно пластичный, не трескается. В общем, он мне понравился. Рисуем френч на миндале. И рисуем белую луночку. Кстати, френч я рисую очень быстро сейчас по новой технологии на миндале. Если интересно, напишите в комментариях, я обязательно сниму видео. Далее все это дело просушиваем с вами хорошенько и заполняем блесточками наш френч. Так как сиреневые блестки у нас на витражной подложки, поэтому нам не составит труда сделать вот такой быстрый дизайн, то есть быстренько раскрасить френч. И теперь
гель-паутинкой делаем вот такие вот несложные намоточки. Думаю, с гель-паутинкой уже все, наверное, знакомы. Если у вас нет паутинки, в принципе, можно просто нарисовать тонкие полоски. Просушиваем паутинку и потом мы уже сверху ставим вот такие серебристые капельки гель-пастой. Для следующего дизайна у нас ноготок перекрыт камуфлирующей базой. Мы наносим сверху блестки, а потом топом. Наверное, все уже знают, как сделать быструю растяжку. Я снимала давным-давно видео. По топу блесточки тушуются намного быстрее, чем по сухому. Просушиваем, покрываем топом. Снова просушиваем, берем нашу паутинку и начинаем опять наматывать. Все очень просто, очень быстро. Наверное, вы больше будете сушить, чем что-то рисовать. Итак, и просушили мы нашу паутинку. Прошу обратить внимание, что все дизайны с паутинкой я выполняю по топу. Теперь белой гель-красочкой я ставлю вот такие вот точки. Самое главное, если у вас цвет фона светлый, тогда возьмите темную паутинку и наоборот, то есть должен быть контраст. Для следующего дизайна, опять-таки же на камуфлирующей базе, я с обоих боков, то есть с боковых валиков, прокрашиваю блестками и просушиваю, после этого перекрываю топом. Далее паутинкой я разграничиваю данное пространство, то есть натягиваю ее несколько раз, 2-3, сильно много не натягивайте, иначе оно все сольется. И еще такой небольшой совет, заканчивайте лучше на кутикуле этой красочкой, для того, чтобы у вас не было точек в начале. И также расставляем серебристые капельки. Эти капельки очень похожи на красивые бусы. Раньше у многих очень мам были такие бусики. Мне почему-то этот дизайн напомнил такие бусы. И следующий дизайн уж совсем простой. Мы просто делаем лаками с блестками вот такие мазки. Лаки с блестками между собой прекрасно тушуются, поэтому это все делается очень быстро. И все это я перекрываю матовым топом. Берем опять нашу паутинку и тоненькие-тоненькие полосочки наматываем. Вообще, люблю всегда дизайны в матовом топе, но они не совсем всем подходят, так как матовый топ все-таки пачкается, поэтому я люблю и в глянцевом исполнении, и в матовом. И поверх ставим наши бусики и рисуем вот такие милые серебристые сердечки. Посмотрите, какие интересные дизайны получились у нас. Мы их сделали с вами очень-очень быстро. Можете обязательно попробовать и написать мне в комментариях, что же у вас получилось. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока, рада, что снова с вами.